Сегодня в Крыму по-прежнему напряженно. В Симферополе захватили военкомат. Как сообщил глава Крымского медиацентра Минобороны Украины Владислав Селезнев, группа мужчин в военной форме без опознавательных знаков захватила здание Республиканского военного комиссариата. По информации Селезнева, в военкомат зашли около сотни мужчин с автоматами, вывели украинских офицеров и расставили свои посты на этажах. И еще одна информация. Украинский пограничный самолет со стороны Крыма обстреляли из автоматического оружия. По сообщению Госпогранслужбы Украины, это произошло в 17:30 в районе города Армянска.